Кемаль. Кемаль. Сынок, мы в офис опаздываем. Ну же, сынок. Да что это? Я со школы так не поступал, соскучился поэтому. Брат, ну имей совесть, а? Не плачь, не плачь. Нам нужно идти. Куда мы в такую рань? На работу. Ты сказал, что придешь. Я не говорил, ты заставил меня. Рот открыл, слово сказал, воробей улетел. Мне надоело уже перед отцом отмазывать тебя. Он опять спрашивал. А когда он не спрашивает-то? Спрашивает, он уже работает, он хоть что-то может? Брат, скажи, что я ничего не могу. Скажи, что я полный придурок. Скажи, что у меня ничего не получается. Как же мне надоело это, а? Кемаль. Ты просил отсрочить твой приход, сказал, что придешь. Прошло 2 недели. Ты хотя бы корректировкой займись. Ладно, братец, ладно. Вот так вот. Только ответный удар будет жестким, имей в виду. Ладно, ладно. Сестра. Сестра. Ладно, ладно, вышла. Чего ты торопишься? Сестра, я хотела кое-что спросить. Помнишь итоги того экзамена? Да ладно, не волнуйся, я не сказала маме. Сестра, ты супер. Ладно, ладно, хватит. Все. Сегодня праздник, что ли? Что это с вами? Ничего такого, мама. Сестра решила выделить мне время. Да, мама, я что, не могу поцеловать свою сестру? Да ладно, ладно. Вы всегда так целуетесь, обнимаетесь, мне больше ничего не нужно. Мама, я сама развешу новую партию. В темпе, ты одевайся, чтобы не опоздать на работу. И так этих партий много. Послушай, ведьма. Итоги этого экзамена между нами, но к следующему экзамену ты хорошо подготовишься. Договорились? Договорились. Я буду готовиться, обещаю тебе, сестра. Ну тогда давай, готовься, а то опоздаешь на занятия. Сестра, мои занятия после полудня. Можно я пойду с тобой в магазин? Поразвлекаемся, я отвлекусь, можно? Ладно, давай быстрее, мы опаздываем. Хорошо. Мехмед Кемаль закончил чертежи? Ему нужно еще время. Он закончит. Ладно. А, послушай. Из-за того, что он твой брат, не надо его щадить. Не волнуйся, отец. Доброе утро. Доброе утро. Мы с твоим братом как раз обсуждали твои чертежи. Ты попросил отсрочку. Не успеваешь? А, ну... Нет никаких чертежей, отец. Что это значит? Он же простофиля. Ему не понравились работы, он по новой все будет делать. Мы очень опаздываем, у нас есть встречи. Кемаль, ну же. А, вы уже выходите? Я кофе хотел вам сделать. В следующий раз, мама. Ну ладно, я провожу вас. Ну давайте, удачи вам там. Мне не дал тебя прикрывать перед отцом. Что случилось? Опять с работой связано? Ты не думай об этом, лучшая мама в мире. А, брат, я телефон забыл. Ты подожди меня, я пойду заберу. Он за 40 часов-то не найдет. Пойду, помогу ему. Ладно, увидимся. Увидимся. Доброе утро. Доброе утро. Никто, кроме тебя, не может пойти за покупками? Я хотел немного прогуляться. Сказал бы, вместе вышли. Да, я отнесу. Нет, не надо, я отнесу. Да, я отнесу. Давай, нет, правда, не надо. Извини. Извини. Все нормально? Нормально все? Все нормально. Разве мне будет сложно помогать родственникам на джиба? Бират вас подбросит. Сыночек, что скажешь? Хорошо. Бират отвезет вас туда и обратно.
Ой, тебе всего наилучшего. Целую тебя, тетя Наджиба. Удачи. Сынок, знаю, я подкинула тебе лишние работы, но это недалеко. Отвезешь и вернешься? Да, отвезу и вернусь, мам, в этом нет проблем, но... Я вот думаю, боссу это вообще понравится. А, я об этом не подумала. Берат, может, скажем Мехмед Кемали, он заменит тебя? Попробуем. Доброе утро, Наргиз. Алло, брат? Все хорошо, а у тебя? Спасибо, брат, у меня тоже все хорошо. Послушай, у меня к тебе дело появилось. Что такое, надеюсь, ничего плохого? Нет-нет, все нормально. Мне нужно за город выехать. Хотел узнать, сможешь меня заменить? Что за просьба, брат? Конечно же. Я скоро буду там. Хорошо, спасибо, брат. Ну, увидимся, брат. Ты уходишь? Ну, на сегодня пусть будет так. Завтра больше поработаю. Увидимся. А, Фарида. Знаешь, где обезболивающие? Они в шкафу. Подожди, я сама достану. А что, голова болит? Нет, папе нужно. Кстати, а что по курсам? Даже не знаю. В смысле не знаю? Фарида, я с Ферманом буду говорить. Сдаваться нельзя. А что скажет господин Усман? Да что он может сказать? Это обычный курс. Там ведь ничего плохого. Подожди, я это отнесу и поговорим. Сестра Элдыс, не говори ничего господину Усману, хорошо? Хорошо, ничего не скажу. Отец? Ваше лекарство. Спасибо, доченька. Что такое? У тебя, видимо, проблема, да? Судя по тому, что ты смотришь на меня. Нет, это не проблема, но... Послушай. Проблема с Ферманом, что ли? С Ферманом проблем нет. Он вечером будет, я поэтому волнуюсь. Ладно. А проблема-то в чем? Да не проблема, отец, это хорошее вообще-то дело. А я скажу, но ты, пожалуйста, не злись. Говори уже, дочка. А это... Мы с Фаридой хотим пойти на курсы английского. Поскольку ты снова начала играть своими волосами, в твоей голове явно крутится что-то. Этот Селим... Я ему не доверяю. А если он напортачит? Не напортачит, ты не переживай. Как ты можешь быть так уверен? Он своего лучшего друга за деньги продал. Что он с нами-то может сделать? Пока мы находимся за его спиной, никакой опасности от него не поступит. Ты не волнуйся. Даже не знаю, Тунч. Я столько времени жду, чтобы разрушить семью этого чертового Османа Козана. Я очень долго терпела, чтобы увидеть, как горит его дом, так же, как когда-то горел мой. Если какой-то придурок помешает нашим планам, что ты сделаешь? Клянусь, убью Селима. Господин Тунч, господин Джунейд хочет увидеть чертежи дела Сидем. Они на столе госпожи Элюй, можешь взять их. Это тоже постоянно за нами следит. Она станет нашей проблемой.
Если хочешь, раз уж мы начали об этом думать, и ее можем прикончить. Назира, я ухожу. Кстати, еду не забудьте принести, хорошо? Вы, когда с Фаридой здесь закончите, сразу приходите, ладно? Хорошо, придем, сестра. Боже мой, нашла же время уборщица Юлды, чтобы уволиться. Кстати, твоя соседка все еще ищет работу. Севги? Да, ищет. Хорошо. Пойду с Юлдой поговорю. Если Ферман скажет «да», пусть приходит и работает. Ох, ей так нужна эта работа. Госпожа Зухра. Да, господин Осман. Куда это вы? Я пойду помогать Йилдиз, она ушла после полудня. А что делает Назира с Фаридой? Почему это ты туда бежишь? Дорогой, у них дела еще дома не закончились. К тому же, ты не думай об этом. Мы все решим. Ну, удачи тебе. Назира, скажи Фариде, пусть подойдет ко мне. Конечно, господин Осман. Если ты наденешь кольцо до того, как господин Осман все узнает, ты его оскорбишь. Ты ведь понимаешь меня, да? Дорогуша, тебя зовут господин Осман. Но почему? Не знаю, он сказал, что ты пришла. Давай. Ладно. Вы хотели меня видеть? Ты хочешь пойти на курсы английского? Йилды сказала. Я... Хорошая идея. Мне понравилось. Ну, то есть вы одобряете? Да, можешь идти. А вообще, ты с этим припозднилась. Партнер. Я не опоздал, да? Нет, брат, ты не опоздал, но я тебя опять нагружаю. Да ладно тебе, брат, да ладно, это обычное дело. Ну тогда ладно. Ключи уже в маршрутке. Береги себя. Увидимся. Ты тоже береги себя. Увидимся, брат Махмуд. Увидимся. Бахар. Привет. Привет. Ку-ку. Я тоже здесь. Извини, тебе тоже привет. Вы куда это? На работу. Кадер со мной пойдет. Я смотрю, тебе эта остановка очень нравится. Ты никак отсюда уйти не можешь. Нет. Ну, то есть, я сегодня Берата заменяю. С ним ничего плохого не случилось? Нет, нет. Ему просто нужно было за город выехать. Сестра, ну давай, мы садимся или нет? Да, конечно, садимся. Прошу вас. Кажется, это VIP-маршрутка. Я благодарна вам. Я думала, вы не разрешите.
Я очень удивилась. После того, как ты захотела, мы не могли тебе отказать. Однако, порой я чувствую себя виноватым. Я не поняла вас. Почему? Когда мы воспитывали тебя, в некоторых местах, мне кажется, ошиблись. Когда ты пришла в этот дом, ты была обычной девочкой. Прошло много лет. Но ты никак толком не изменилась. Человек сам должен решить, как он будет жить. Он не может обвинять в своих бедах других людей. Ты оглянись. Девушки твоего возраста стоят на своих ногах. Они создают семьи. Я на самом деле искал себе работу, но не получилось, да? Тебе хватило того, что были люди, которые защищали тебя и выращивали. Нет, это не так. Ну, они предлагали пробный период. Поэтому... Послушай, доченька. Для нас нет никаких проблем. Однако... Я думаю о тебе. Поэтому, когда я услышал об этих курсах, мне это очень понравилось. Я из Ухра, не отделяем тебя от своих детей. Но придет день, и мы улетим. Твой брат Джунейд и брат Кемаль завтра создадут себе семьи. А что будет с тобой? Что будет? Ты, надеюсь, не обиделась? Нет, я на вас не обижаюсь. Хорошо. Я это говорю, чтобы завтра, когда ты женилась, ты не прогнулась перед своим мужем. Вы правы. Наргиз? И где этот диск? Важное. То есть все это мы собираемся обрушить на господина Османа, да? Не только на него, еще на эту женщину по имени Зухра. А почему ты недолюбливаешь эту Зухру? Нет особой причины. Еще чего. Каждый раз, когда слышу ее имя, ты очень напрягаешься. Какая разница, не нравится она мне. Госпожа Илиль, можешь оставить нас наедине? Госпожа Элюль, прошу вас. Ладно, я пройду в свой кабинет, не туда. Ладно. Кузен, что происходит? Что ты замышляешь вообще? Ты о чем вообще говоришь? Ничего не понимаю. Пойдем со мной.
Тетушка, ты проходи, садись вот сюда. Спасибо большое, дорогая моя. Мои одногруппницы записались на спортивные секции. После занятий каждый день они идут плавать. Ну, очень хорошо. Да, для тех, кто богат, хорошо. Кадер, для того, чтобы заниматься спортом, деньги не обязательно. Выйди из дома и пробегись до Козылая. Вот тебе и спорт. Что случилось, сестра? Ничего, сестра. Ты чего делаешь? Ты это мне? Ну, я тебе сейчас. Кемаль. Здесь происходит кража, а я последний, кто об этом узнаю. Что за бред? Да, Джунейд, успокойся. Я решил эту проблему, мы закрыли эту тему. Он все еще работает здесь, как ты мог закрыть эту тему? Ты меня очень разочаровал, очень. Послушай, если я буду рассказывать тебе о каждой ситуации, буду каждый раз нагружать тебя, ты сможешь работать, а? Ты хоть понимаешь каждый день, какие проблемы я решаю? Если ты будешь так оправдываться, не оправдывайся вообще. Как ты мог не выгнать вора? Ты должен был сразу его выгнать отсюда. Думаешь, мне самому это понравилось? Он друг Фарида, я поэтому его не выгнал. Аргумент. То есть, раз уж он друг Фарида, он может разграбить весь офис, да? Ладно, опустим офис. Он мог навредить Фариде. Еще чего. Джунейд, не преувеличивай. Я все контролирую. А теперь я все буду контролировать. Ты немедленно его уволишь. Это окончательное решение. Выходи оттуда. Пусти меня, что происходит? Я всю дорогу смотрю на тебя. Ты мешаешь девушкам. Ты что, не видел, что ли, они сами полезли? Ты что такое говоришь, бессовестный? Безмозглый, ты смотри, что говорит. Пусти меня. Да я сейчас твой поганый рот разнесу. Выпотрошу тебя. Ладно. Смотри, он ушел. Все нормально? Нормально. Спасибо. Из-за меня у тебя опять проблемы возникли. Ничего страшного. Мы ведь друзья. Проходите. Извините за все это.